Вот к чему это привело. Песни, пляски. Ой, Ромаре! Мы на ногу щенем. Это Андрей. Впереди видно. Идем по волшебному тоннелю. Если мы встретим Морозку, Андрей, что ты у него попросишь? О, Роман. Я купил тебе на кладбище земли. Что опять надо? Надергала, села. Всем привет! С вами Екатерина Сафронова и канал Лисихвост. Ай. Сегодня у нас 13 ноября, идет снег, и мы отправляемся на гору Нургуш. У нас открытие сезона, будет весело, фестиваль. С нами поедет ведущий. Забыла, как его зовут, но потом скажу. Ну все. Мы едем на автобусе. Группа потихонечку собирается. Погнали! Масая, впереди 180 километров дороги. Куда мы едем? 6 часов езды. 6 часов. В общем, едем мы на Нургуш. Андрюха мне сказал, что... Ну где ты был, ну обними меня скорей. Ну что, мы на месте. Время 2 часа ночи. Мы прикатили. Вот такой вот дом. Идет снег. Слушайте, куча снега. Вообще сугробы, блин, по колено. Так, это Роман. Да, здравствуйте. Вот такой вот дом у нас. А, у вас все то же самое, что и у нас. И у нас также. И вот утро. Мы проснулись, поели, взяли сухпайок и выдвигаемся. Дорога засыпана, идет снег. Сейчас, говорят, пройдет трактор. Он прочистит нам дорогу до... Как я слышала, до кордона. Дальше мы пойдем пешком. Если бы трактор не прошел, то нам бы пришлось пешком идти еще плюсом 7 километров. У нас небольшое приключение. Трактор мы не дождались, решили поехать так. Вот к чему это привело. А вокруг красота. Посмотрите, какая снежная сказка просто. Мы на Нургуш идем? Да. Это туда на вершину можно подняться? А так не пойдешь с нами на Нургуш, только на Уван хотел идти с нами? Да. Смотрите, там вдалеке гора Уван. Очень красиво. Ой, ребята, вы на Уван. Обалдеть. Он за нами едет. Так, сейчас нас кто-то подвезет, да, похоже? О, в сторону! В сторону! Вершина в облаках. Это Андрей. О, гаси. Она огромная. Впереди видно хребет Нургуш. Мы идем вон туда, на вершину, где облака, и чуть-чуть выглядывает солнце. Солнце низко, как раз за хребтом Нургуш. Идем сугробы, мне кажется, все выше и выше. Мы подходим к подножью хребта. Скоро будем там. Да, через 7. Но это мы подходим же, мы все ближе и ближе. Мы же не отдаляемся. Идем по волшебному тоннелю в другой сказочный мир. Сейчас встретим здесь Морозку, и он подарит нам подарки. Мне, пожалуйста, коня. Пони, мне пони, пожалуйста. Радужного. Если мы встретим Морозку,
Андрей, что ты у него попросишь? Я? Ой, растерялся! Нет, надо просто подумать. У меня одно желание. Чтобы прямо сейчас оказаться на вершине. Сейчас так, чик, нет. Исполнено. Где-нибудь на Эвересте, бац, оказался. Будь аккуратен в своих желаниях. Да. Периодически нам встречаются ручьи. Вот такие. И мы, ой-ой-ой, мы их обходим по лесу, сворачиваем в лес. Ой. И ищем пути обхода. Потому что на тропинке они очень глубокие. Вот он. Вот видите тут какие ручьи. Марина, а если бы мы сейчас в лесу встретили Морозко, что бы ты попросила у Морозко? Ой, не пугай. Красного. Мы бы попросили красного. Красного? Поляна яиц динозавра. Это курумник. Очень красиво, смотрите, смотрится. Красота, увидеть все это вживую. Ветра нет. Снежинки мягко, плавно спускаются. Это я, Дед Мороз. Мы идем. Вон туда, к солнцу. Мы идем к солнцу. А леса у нас филонит нынче. Едет у Вовки на рюкзаке. Да. Вова недоволен, но против командира не попрешь. Масса выпадешь. Вы давайте по одной. Закапывай, обратно на обратном пути дольше сохранится, закапывай. На обратном пути откопаем, молоденько. Вот это натуральные кадры, а подать руку, когда споткнулся. Да. Тут уже снежком меня... Вот она правда жизни. Да, да, да. Ну давай там кружки делай, что там. Вот, да, да, да. Я лечу! Полетела? Ты палку в голову ей воткнул? На. Ужас какой-то. Это не пески. Ну, Даша, перчатки. Это не на пляже. Ты что, катаешься? Ты палки-то, палки. Под ногами ты упираешься. Не могу, нога болит. Вон гора! Говорили же там гора и облака. Короче, все были правы. И гора, и облака. Ты знаешь, как все блогеры должны... Сейчас на нас может напасть медведь. О, сейчас на нас может напасть медведь! Бежим скорее отсюда! Дорога закончилась. И мы зашли в лес. Идем за нашими руководителями. Навигатор показывает прямо. Еще больше сказочный лес. На солнце снег переливается перламутром и играет.
Ну что, очень глубокий снег. До вершины еще очень далеко. Время поджимает, и мы вынуждены идти обратно. К сожалению, до вершины мы не дошли. Посмотрели на нее издалека. Ну ладно, будет повод сюда вернуться опять. Юра, закопай быстрее. Мы говорили, что в коре тяжело ходить. Не думал настолько. Ну, мы еще немножко погуляем. Очень красивые виды были бы сверху. Особенно на такой прекрасный сказочный лес. Да. Прям вообще. Вернемся еще как-нибудь сюда. Надо. Когда уже будет протоптана тропа. Не когда мы будем первопроходцами, да? Обязательно. Очень красиво, здорово. Это высшая точка Челябинской области, 1406 метров над уровнем моря. Еще смотрите, как погода, перепады. Небо голубое, облака, опять голубое небо. Очень красиво, замечательно, прям сказочно, восхитительно. Не знаю, как подобрать вообще, восторг, просто восторг. Даже если мы дошли до сюда, все равно это очень красиво. Я даже нисколько не жалею, что я сюда шла и что не попала. Нет разочарования, что... Мы вернулись в приют Три вершины. Изначально мы должны были ночевать здесь, в домиках. Но, к нашему счастью, освободился домик на той стоянке. Не знаю, как она называется, потом посмотрю. Дом большой, двойной, с баней, то есть мы пойдем в баню. Сейчас я иду смотреть дом лося. Вот такой вот приют с такими домиками. И вот с какой-то тут еще вершиной. Вон стоит лосиха. И там вон еще маленькие лосятки. Дом лося, сахатка. Маленькие лосюшки. Мы вам ничего не принесли. Единственное, что у меня есть, это чебупельки. Но вы же не будете чебупельки есть. Ой! Ты поешь, что ли? У нее там что-то одето на шее. Передатчик, что ли, какой-то? Я сегодня пел на голову, когда лез.
ветром. Я дома вдали. Я дома вдали. Здесь ничего не берет. Где второе? Рундается? Все, что взять не смогли. Все, что взять не смогли. Из природы вдвоем. Из природы вдвоем. Посидим у воды. Посидим у воды. Не берет телефон. Сама власть. Вот власти судьбы. Я умею. Или природа вдвоем. Вдвоем. Посидим у воды. Воды. Не берет телефон. Ты во власти. Во власти судьбы. Вертикальный предел и отвлек нас от дел. Вертикальный предел сохранить нас умел. Вертикальный предел его пофиг вообще. Настоящая жизнь, настоящая жизнь. И сегодня в горах. С нами только друзья. С нами только друзья. По-другому никак. По-другому никак. Снова двинемся в путь. Позади суета. Позади суета. Мы не сможем забыть этот миг. Никогда, никогда. Никогда, никогда. Снова двинемся в путь. Позади суета. Мы не сможем вернуть этот миг. Никогда, никогда. Вертикальный предел, ты отвлек нас от дел. Вертикальный предел, сохранит нас умел. Вертикальный предел, нам поможет понять настоящую жизнь, настоящую жизнь. Вертикальный предел, ты отвлек нас от дел. Вертикальный предел, раз, закалить нас умел. Вертикальный предел, нам поможет понять. Настоящий. Я щенку выпала. Подбери, Рома. Так, оно только приело в труселях. Ничего, далеко не укатится. А куда это было? Все. Не свисти, в доме денег не будет. Не в бок, а да, и выдерни вперед по направлению. Да, 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 туда. Да и... Ну? Давай. Да не бойся. Да давай. Па! Ну давай быстрее. Мы отойдем подальше, чтобы кровью не забрызгать. Мама! Бегай, бегай по кругу. Побежал! Алексей, бегай! Класс! Ходит.